Вернуть любимые туфли к жизни, а новые тесноватые растянуть до подходящего размера. Работа Веры Куликовой похожа на волшебство. Почти 40 лет женщина работает в ремонте обуви. Начинала приемщицей, сейчас возглавляет мастерскую. Все уже знают, все идут как к своим, все советуются. Мы очень довольны, когда клиенты хоть нас довольны. За комфорт самарцев отвечают сотрудники сферы быта. Эти люди понимают, что от того, как они почистили костюм, сделали прическу или как быстро починили часы, зависит очень многое. За то, чтобы хорошее настроение не разбилось, а быт отвечают и сотрудники ЖКХ. Они тоже сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Среди них есть настоящие энтузиасты своего дела. Мой самый лучший результат. Я беру пригоршину так воды, она прозрачная. Я прихожу, когда у меня идут перепадные колодцы, смотрю и вижу, что на двухметровой глубине я вижу камушки. Это уже самая лучшая моя похвала за нашу работу. В сфере ЖКХ Самарской области работают 45,5 тысяч человек, население небольшого города. Они ответственны за коммунальное благополучие 23 тысяч многоэтажек. Сферу ЖКХ ежегодно поддерживают материально. 3 миллиарда рублей поступают из областного бюджета ежегодно. На эти деньги вводят в эксплуатацию новые котельные, ремонтируют инфраструктуру. Именно от эффективности коммунальных служб зависит благополучие любого города, подчеркивает губернатор. Мы должны сделать все, чтобы люди радовались своему микрорайону, люди радовались там двору своему, люди радовались, как обустроен, благоустроен город, какие дороги, какие тротуары, какие скверы, значит, и так далее, и так далее. Если мы создадим это, конечно, это будет великое дело сделано. О необходимости налаживать связь между коммунальщиками и жителями постоянно напоминает и губернатор. И в этом году впервые Николай Меркушкин награждает лучших председателей ТСЖ и советов МКД. Благодарности удостоились и самые эффективные сотрудники всех сфер обслуживания. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, «События».